Пока наш ролик еще не начался, я хочу добавить еще в группу победителей из 4 человек еще 4 победителей, которые написали правильный ответ на мой вопрос в викторине. И это у нас Елена Романова, Татьяна Куприянова, Ирина Дрибна и Ира Лукановски. Эти люди успели ответить до того, как вышел ролик с ответом. Поэтому всем вам, мои хорошие, я передаю привет. Елена Романова, большой привет от канала. Татьяна Куприянова, большой привет от канала. Ирина Дрибна, привет от канала. Ира Лукановский, большой привет от канала. Вы в какой-то мере определили правильно. Это ранункулюс семейства лютиковых. Сорт этого ранункулюса или ранункуля называется Butterfly Ариадны. Вот. Он уже отцветает, листики стали прозрачные, блестящие. Это говорит о том, что ему с минуты на минуту придет конец. Также ведут себя нарциссы и тюльпаны. Они становятся прозрачными. Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Вот и еще один из самых основных праздников в Германии. Прошу. Сейчас небольшое затишье, и в мае месяце будет Мутертаг. Второе воскресенье мая в Германии Мутертаг. Независимо от того, что люди начали праздновать Международный женский день 8 марта, и в этот день у нас прибавилось работы. Когда я начинала работать флористом, а это было 22 года назад, то на 8 марта почти никто не приходил, нужно сказать так. И на 14 февраля, день всех влюбленных, у нас не было никаких продаж, у нас не было стресса, у нас не было очередей до самого порога. Вот. И поэтому как-то эти праздники, они не входили в основные праздники. Основные праздники у нас, начиная с 1 января, это Пасха, Мутертаг или Мамин день, и потом идет подготовка к Рождеству. Основным праздником считается родительский день, который у католиков отмечают 1 ноября на День всех святых. А у протестантов в ноябре, наверное, 3 воскресенье ноября. Да, как-то так. По-разному. Родительский день и Пасха с собой не связаны. У них нет такого, чтобы через 9 дней, наверное, после Пасхи, да, я думаю, через 9 дней после Пасхи люди шли на кладбище и готовились к этому дню. Такого в Германии нет. Но в Германии есть обычай на Пасху посещать кладбище и приносить туда какие-то композиции, букеты и так далее. Перед этим, перед Пасхой наводят порядок на кладбище, садят новые весенние цветы. Ну, в большинстве случаев это анютины глазки или рогатая фиалка, мелкие анютины глазки. Ну, везде наводят порядок. На кладбище смотрится очень ухоженно. Я вам уже показывала немецкое кладбище. Кроме того, что люди ухаживают за каждой могилой, есть и служба, которая наводит порядок на дорожках. Убирают прошлогодние листья, разгребают все, аккуратно посыпано песочком, где не растет трава. Так что, ну, идеальный порядок. В Германии снова нелюдная погода.
Пришло время собирать зайцев и яйца, чем мы с вами сейчас и займемся. Все это уходит в архив. До следующего года. Ну вот, как-то так. Ветки я, скорее всего, тоже уберу. Еще одно яичко осталось. Незамеченное. И тут зайчики упрыгали по своим делам. Нарциссики и тюльпаны цветут. Тюльпаны уже сильно цветут. Ну, это можно заменить. А анютинглазки нас еще порадуют очень долго. Или рогатая фиалка. Эти ветки дали листики. Это нехорошо. Это говорит о том, что они дали и корни. И поэтому я их уберу в свое, видите, корни они все-таки дали. Свое предназначение они выполнили. Яйца они продержали весь период. Видите, корешочки. Можно посадить в землю и вырастет тут вот такая ива кучерявая. Вот. Ну, я считаю, что и так у нас смотрится еще даже лучше. Тюльпанчика совсем не видно, который цветет внутри. Вот. Вот такая симпатичная клумбочка. Отцветают нарциссы. Надо пообрезать. И тут надо убирать тоже и яйца, и фигурки, и вот эту гирлянду яичную, которая у нас светилась по ночам. Все это надо снимать и отправлять на хранение. Ну вот так, сиреньки тоже надо распускаться. Вот тут мертвая веточка. Ее надо обрезать. Ну вот как-то так. Вот они и первые тюльпаны. И маленькие нежные нарциссы. И красавица Роза выпустила свои молодые красные листья. Ну вот, растет еще и мартовский колокольчик. И цветет вовсю. Хотя уже апрель. А среди колокольчика пробивается еще белый нарцисс. Мы его еще увидим. Ну и зацвела калина лавролистная. Если бы она жила на солнышке, она бы цвела раньше. И так как Пасха православная будет 5 мая, а до 5 мая еще больше месяца, то я убираю свою декорацию, которую я делаю на, или делала к Пасхе, католической, на Остерн, все мои фигурки, зайцы, яйца идут опять на хранение до следующего года. Ну, а православную Пасху я праздную, поэтому у нас еще все впереди. Будет для вас сюрпризом. Ну вот, мы собрали всех зайцев и яйца на улице. А сейчас мне предстоит еще пособирать по квартире всю декорацию пасхальную и упаковать аккуратно в коробке. А с вами я прощаюсь, мои хорошие. Прощаюсь до завтра. До новых волнующих встреч на канале Север. Это моя судьба. У каждой хозяйки очень много работы дома.
Поэтому от одной работы переходишь к другой. И когда встаешь утром, всегда думаешь, с чего начать. Ну, вот как-то так. Я вам желаю, мои хорошие, интересной, активной жизни. Улыбайтесь, дарите улыбку, и она вернется к вам назад. Будьте все здоровы, берегите себя, берегите своих близких. Не забывайте, что я жду вас на канале каждый день. Для некоторых сейчас время выхода в эфир изменилось, потому что в Германии перевели часы. И я постаралась оставить для всех других регионов то же самое время. Поэтому для Германии ролики выходят сейчас на час позже. Ну вот, как-то так, мои хорошие. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Я жду вас в гости каждый день. Всем пока-пока. И до новых волнующих встреч на канале Север. Это моя судьба.